сейчас будет калмыцкий пост. Вот у них, если на дагестанских постах, перед дагестанскими постами, везде знак снижения скорости, там 70, 50, там 20, потом знак стоп-контроль, то тут просто тупо вот бах, и вот он этот знак стоп-контроль. Сейчас мы подъедем, выскажем инспектору. Инспектора, добрый вечер. Вот смотрите, у вас висит знак стоп-контроль. Вот он, да? Я сейчас шел 90 километров в час. Нету нигде. Ни с этой стороны, ни с той. Ни с этой, ни с той. Нету знаков. И что, людям надо оттормаживаться резко юзом идти? Сами как думаете? Нету там знака. Ни 40, ничего там нету. Поверьте, я вот специально сейчас еду, смотрю. Потому что 3 дня назад я ехал с той стороны. Там также нет знаков. Нету там знаков. На кого это все рассчитано, скажите? Ну вот видите. Ну. Ты же за стол дорожные знаки выставлял по этой дороге. Да какая разница кто? Ну, они в любом случае. Так, у натягивают-то водителей. Ну. Я вот шел 90 км в час, вот сейчас вот оттормозил сюда. Да нет, ну просто сказать. Ну так за ремень мне никто ничего не скажет. А он почему? Вы как водитель, так, да? Нет, зачем сотрудник? Какой сотрудник? Зачем? Обычный водитель. Никому это не нужно. Так участник дорожного движения обязан. Так я пристегнуто ехал, не парьтесь. Все нормально. Вот, я за знак говорю. Стоп-контроль без знаков таких он не работает. Почему? Снижение скорости постепенное. 70, 50, 20. Ну, согласны со мной? Я уж шел 90, знак стоп-контроль. Надо юзом тормозить. Ну и что, а где? Это вот то, что пост стоит, это еще не значит, что я должен тормозить. Там знак, ну, нету там, там, мужики, нету знака. Нету. Ни с той стороны нету, ни с этой. Ладно, не буду вас убеждать, будет время, прокатитесь, хорошо, посмотрите. Давай. Давайте, доброй службы. Ну, знак реально не стоит, ни с той, ни с этой стороны. А стоп-контроль присутствует. Так и живем.